Газета «Нераскрытые преступления» представляет. В мире есть сила, порядок и закон. Когда равновесие нарушается, появляется преступление. Здравствуйте. Вы находитесь на служебной парковке адвокатской компании «Редут». С кем имею дело? Угу. Представьтесь, пожалуйста. ЗДК. Для начала скажите, пожалуйста. Во-первых, я хочу, чтобы вы меня снимали изначально. Для начала. И вот уже. Те действия, которые провел сейчас этот человек, он действовал самостоятельно, без нашего согласования и без разрешения. Можно, чтобы не снимали мои документы посторонние? У нас открытость информации, я да, не посторонний человек. Хочу, я тоже журналист, я не хочу вам показывать, я полиция. Можете сказать, вам имею право не показывать. Кто это такой? Но на сегодняшний день пока идентифицирован только основной. Дмитриенко Владимир, это член самобороны, и я хорошо его, конечно, знаю. Мы сразу идентифицировали. Мало того, как только произошла, в общем-то, это вот мы сразу, когда получили информацию, начали разбирать. Благодаря тем видеокадрам, которые мы получили, спасибо ребятам, что нам предоставили, мы смогли понять, как происходила сама ситуация и, в общем, дать точную оценку его действий. Один из людей рядом стоявших не захотел, чтобы его снимали, а второй просто ударил в планшет. То есть это видно было. Тут нельзя сказать, что отмахнулся, это был реальный удар. Ну что можно сказать? Как мужчина может отреагировать в этом случае, когда бьют женщину? У меня даже это на этом уровне однозначно, что это неприемлемо. То есть даже находясь там, как посторонний человек, я бы однозначно влез в это дело бы и попытался бы остановить этот беспредел. Там непонятно, что происходило, по крайней мере, физически, чтобы не было ни в коем случае физических каких-то контактов. Дорога к дому, пресса. Ну, наверное, издание. Такое. Издание. Человек, который нанес мне удар в лицо, предоставил этот документ. На сегодняшний день мы запустили час мер, которые, согласно нашему уставу, в случае нарушения уставной деятельности, мы собираем собрание, и там будет решаться судьба этого человека. Но я думаю, что эта судьба будет уже практически предрешена. Я не могу заранее говорить, но это не соответствует тому духу самообороны, который возник на Майдане. И с этим духом ребята, в общем-то, поехали первые воевать на фронт. И пачкать имя самообороны мы никому не позволим. Тут сложно комментировать, понимаете, сложно комментировать, когда ты знаешь, что это заведомо, когда просмотрел, за это неправильное действие. Как это? Неправильно сделал. Неправильно, и за это человек должен понести ответственность.